Всем здорово, ребят. Ну что, дали мне аккаунт с новым героем, его выбили, и мы сейчас посмотрим действие на нового героя, определимся имба не имба, посмотрим на описание умения. В общем, спасибо моему подписчику Ильнару, который предоставил аккаунт. Я запарился реально выбивать его. Поехали. В общем, молодой аккаунт, как видите. В принципе, ничего на нем нету, поэтому я не знаю. Возможно, здесь прокачаем. Подождем русского сервера уже. И там вытащим. В общем, вот так вот. Чик. Асса. Вот герой, ну, я не знаю. Судя по описанию умения, честно говоря, как по мне, не ахти. Посмотрим, что у нас в итоге сейчас будет. Такс. Где ты? Где ты, Асушка? Вот, герой наш. Есть поменять? Нету ничего. С бегом Рылева. Окей. Первый скилл. Сейчас я почитаю умение героя. Что он может. Такс. Так. 10-й скилл. Наносит 460 урона вражеской цели на пути вперед, увеличивает урон на 30, уменьшает эффект исцеления на 90, а также увеличивает скорость хитов вокруг, собственно, героя с 5. Скорость, я так понял, что атаки, скорее всего, в течение 3,5 секунд, кулдаун 5 секунд, герой не восприимчив к эффекту молчания, разрушения, состояния бедствия. Также уменьшает урон 70% для героя с наименьшим значением здоровья. Даун 5 секунд. Ну, честно скажу, что-то такое. Непонятное. Поехали посмотрим в действии. Что у нас получится. Летающий герой, как видите. Как я и говорил. Скорость атаки средняя, щит накидывает, пчелка Майя. Вот, пошел щит на черепа дополнительно. Ну, не знаю, идет прямо, идет по прямой. Блин, да и не ближний герой, не дальник, был бы дальник, было бы поинтереснее. Ну, второй герой однозначно дальник будет. Как видите, бьет по прямой. Судя по всему, что-то как-то криво пошло. Судя по всему, что я вижу, герой автопрокер. Вот только что это было видно. Сейчас посмотрим еще разок. Да, герой автопрокер. Видите, вот ударил. Все-таки это автопрокер. Блин, ну вот я не знаю насчет... Бум-бум-бум-бум-бум. Очень, очень большие у меня сомнения, что это будет именно имба-герой. Почему? Первое. Давайте немножко подкачаем. Первое, это герой ближнего боя. То есть, по сути, будут разваливать. Сейчас посмотрим. Посмотреть на статки. Допустим, сравнить с черепом. Итак. Ну, судя по всему, танк. 1200 скорость атаки, как видите. Печальная скорость передвижения тоже постанова печальная. То есть герой, единственный, что плюс, автопрокер очень медленный, очень медленный герой. То есть скорость атаки на сегодня реально печальная. Смотрите, я выпущу рядом черепа, череп делает два удара, а этот герой один. Чтобы сказать, что мега-мега-мега прям супер, честно скажу, нет. А баф дает, это да.
Блин, а так я не знаю, что-то мне он не прет. Напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу, но мне герой что-то не заходит. Не знаю почему. Во-первых, ближник автопрок плюс, летающий плюс. Очень медленный. Ближнего боя. Это уже два минуса на сегодня, таких конкретных причем. Так, ну-ка давайте попробуем на подземках посмотреть. Очень медленный. Дальность атаки, конечно, неплохая. На подземках, по идее, будет хорош. Ну, есть кулдаун, конечно же. Ну, бьет все по прямой. На битву гильдии использовать даже не знаю. Попробую найти где-то расту с героем. Посмотреть. Ну, честно говоря, такое себе. Как видите, вот, если вы заметили, вот такое свечение, сияние есть. Вот это именно этот дебаф. Ну, блин, не знаю. Напишите в комментах, что вы думаете по поводу героя. Честно говоря, для меня такой себе, я не особо, я как бы разбираюсь, вы знаете, я вам говорю, который герой имба, который нет, но с того, что я здесь вижу, это печаль. Второй герой, скорее всего, донатный будет больше имбовый. Посмотрим на прокачках, надо будет прокачать, я думаю, это мы сделаем завтра на английском сервере, первую, вторую эволюцию, но... Меня он не впечатляет. Был бы дальником, вот щит накидывает на себя. Что там, уменьшает урон на 70%. Кулдаун 5 секунд. Ну, сама на себя кидает. Усиление не может быть разогнано. Это для собственного героя. Ну, не знаю, не знаю, ребят. Как я вижу, больше минусов пока у героя. Сейчас попробуем на волнах, посмотрим как. Такое себе. Говнецо редкое. Пчелиный пометик. Так вот. Назовем ее, назовем. Так, 1500 силы нам надо. Неким ее апнуть. Нам надо подземки попроходить еще. В общем, с того, что я вижу... Я могу вам сказать следующее. Герой херня. Реально херня. Кто у нас еще с героев? Одержимый бьет по прямой, но одержимый там совсем намного круче. Кто у нас еще с героев по прямой херачит? Я уже даже забыл. Есть у нас еще кто-то тоже по прямой херачит. А Махатма, например. Ну, Махатма тоже совсем другая. Здесь, как видите, набор энергии очень... Ну, как не печально, сейчас посмотрим. Раз, два... 3. В принципе, набор энергии на четвертый удар. Она уже заряжена. Раз, два, три. Ну, это у нас уже тут атакуют. Попробуем проверить. Ну, такое себе. Раз, два, три, четыре. Вот удар идет. Сказать, что мега-мега-мега-супер-супер. Не скажешь, скорость атаки медленная. Автопрок. Автопрок классная тема. Ну толку, если она... В принципе, может будет что-то делать, но я бы, наверное, ее не ставил. Сейчас посмотрим еще по ХП, что она из себя представляет. О, как видите. Танется. Давай, Атлант, включись. Атлант включился, отлично. Слабенький Атлантик. Ну, деф, конечно, ее спасает. Она себя дефает. Ну, как видите, Дрейка этого вытащила. Все, ребятушки, это имба. Это однозначно имба. Ну, такое. Чтобы мега-мега круто было, я, честно говоря, не верю. Ничего такого интересного.
Такс, дальше. Дальше. Идем сюда, посмотрим на героя, на его статы. Так, давайте сравним с... Это новые статки 59. У нового, кстати, атака, скорость атаки 400. Нифига себе. Это будет самый-самый топовый герой по атаке. Охренеть. 400, ребят. Даже Ронин тот же самый. Где там Ронька? Шестьсот пятьдесят. Череп 600. А здесь 400. Офигеть. Вот новый герой. 83. 83К. И 4500. Ну, в принципе, танкующим таким среднячкам 85. Да, такой средненький танк, можно сказать, ну плюс-минус, но блин, херня реально. А вот это реально круто, это нереально круто, блин. Посмотрите на статки, просто обалденные статы у героя. 400, блин, конечно, атака обалденная, но маловато жизни. Но скорость атаки 400, я офигею. В общем, вот такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, что вы думаете по поводу нового героя. Ставьте лайки и ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.